Привет, дорогие друзья! С вами профессор Антошка и моя юная ученая Дарья. Привет! Привет! Ну что ж, сегодня мы с тобой приготовим классные подарки. Но какие? Любишь червяков? Да. Да. Червяки бывают как страшные, так и не страшные. Правильно? В нашей лаборатории, конечно же, добрые, классные, прикольные червячки. Но не простые, полимерные. Видела когда-нибудь таких? Нет. Не видела. Сегодня увидим. Берем теплую воду. Даш, бери вот такой вот порошочек и мерную ложку. Это секретный порошок, я его называю активатор червяков. Держи, насыпай 3 мерных ложки в наш мерный стакан с теплой водой. Раз, два, три. Отлично. Держи ложку, хорошенько перемешивай до полного растворения нашего реагента. Так, нам необходим раствор. Давай-ка посмотрим, что у нас здесь получилось. По-моему, весь наш раствор растворился. Теперь возьмем тюбик с красной жидкостью. На червяка похоже? Нет. Нет, вот и я думаю, что на червяка не похоже. Но сейчас сделаем классного, длинного и красного червяка. Возьмем специальный реагент и выльем определенное количество в наш мерный стакан с теплой водой. Итак, ты готова? Да. Поехали. Выливаем. Проходит несколько секунд, как наш красный гель сверху покрывается твердой оболочкой. Получаем красивого, длинного, красного червяка. Круто? Да. Давай, надавливай. И стоп. Отлично. Так. Наш гель сверху покрылся. Держи, попробуй сама достать. Твердой оболочкой, а внутри него находится тот же гель. Если его разорвать, то гель из него вытечет. Но если его не разрывать, то у нас с вами красные червяки. Друзья, химичьте и экспериментируйте вместе с нами. С вами был профессор Антошка и моя помощница Даша. До новых встреч, друзья. До свидания. Пока.